Сотрудники МЧС провели учения в музыкальной школе в микрорайоне Пурпе. Легенда: пожар в электрощитовой. До прибытия пожарного подразделения все люди были эвакуированы. Значит, ну и проверили действия личного состава, в первую очередь, по спасению людей. Значит, личный состав прибыл, организовал проверку всех помещений, ну и после этого тушение пожара. В учениях приняли участие 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Спасатели прибыли на место предполагаемого возгорания в установленные сроки, провели разведку и боевое развертывание.